Ну что, ребятки, давайте поиграем M to Die. У нас автомобильчик более-менее прокачан уже. А давайте приобретем колесо новое, такое за 75. Ха, отлично. Все, колесики теперь у нас еще прокачанные. Так, но я хотел бы сказать, чтобы вы подписывались на канал, обязательно ставили лайки. Давайте соберем, ребятушки, 10 тысяч лайков на этом видео. А также пишите, передавайте приветы. Я хотел бы передать привет, значит, Море Жени, Олегу Туманову, Фодижиму, Тому, Геймеру Робину, а также Лест Геймеру, Кристаллу, Александре, Елизавете и Максиму Павленко. Да, ребята, пишите комментарии, передавайте приветы, и обязательно я вам передам в следующем ролике привет. Так, прокачали мы полностью, практически полностью мы турбоускоритель. Давайте проверим его, как он будет работать. Так, турбо наш. О, отлично, 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 отлично. Турбо. Все, закончилось. Закончилось турбо, но зато мы, смотрите, ребята уже проехали куда далеко. Достаточно-таки далеко мы проехали, где очень много зомбаков. О, вот этих зомбаков я не смог убить. $129 нам заплатили. Офигеть, ребята. Давайте приобретем автомат, может быть. Да, почему бы нет? Так, и купим патрончиков на него. На максимум. Все, сколько у нас было денежек, столько мы и купили автоматик наш пистолетик. Так, 10 патронов есть. Смотри, как интересно, он там привязан, да, сверху. Есть. Уничтожаем зомбаков. Стреляем в них. Так, 7 патрончиков осталось. О-о-о! Ты че этих-то не поубивал? Давай, давай, давай. Так, давайте турбо включим. О-о-о, у нас закончился этот бензин. Но есть турбо. Ох, нифига, какую вертушку мы сделали, ребята. И заработали $136. Того 146 у нас долларов. Да, ну что ж, давайте, ребята, поиграем в какую-нибудь другую теперь игру. Ребята, ну а мы играем уже за 4-й уровень. Double Impossible Mega Ramp называется игрушка. И у нас разблокирован синенький автомобильчик у нас рабочий. Поехали на синеньком, посмотрим, проедем пару каточек. Так, ну здесь у нас третье испытание, где мы должны проехать с машинкой. Мы ее транспортируем, аккуратненько проезжаем. Это крутилочка, она в принципе нам ничего не сделала, хорошо. Но их две, вот эти вот зубодробительные крутилки. Так, здесь мы сейчас проедем аккуратно. Вот. Опять, видишь, вот эта штука. Надо аккуратненько проехать. Есть, замечательно. Звездочку сейчас заработаем. Отлично. Так, две звезды есть. Сейчас надо будет еще возьмем третью. Третью звездочку. Так, аккуратненько поворачиваем. Вот, третья звездочка. Так, спасибо. Уже, наверное, тысячи... Две у нас есть. Сейчас посмотрим, сколько у нас денег. Если покажут. Так, уровень пройден. Хорошо. Прошли мы уровень. Давайте вернемся домой. Посмотрим, что у нас здесь. Да, у нас 3500, ребята. 3500. Давайте режим карьеры пройдем с вами. Давайте перейдемте на 5-й уровень. Double Impossible Mega Ramp, игрушка называется. 3500, может быть, можно разблокировать какую-нибудь новую машинку. А то сколько вот этот грузовичок вот этот стоит? Подожди, алло. 2500, как раз у нас хватает денег. Мы его сейчас разблокируем и поедем на нем. Вау-вау-вау. Какая доходяга транспортирует такой интересный автомобильчик с мороженым. С мороженым. Мороженчик. Ух ты, это что такое? А, молот какой-то. Давай, пускай он стукнет. Что будет, если он стукнет в машинку? Блин, мы слишком... А, ладно. Ребята, мы не сможем проверить сейчас. Мы в следующий раз проверим. Потому что назад машинка не едет. Так, звездочку возьмем. Спасибо. Так, отправляемся дальше. Так, вон, смотри, эти зубодробительные штуковины. Что будет, если они мне стукнут? А-а-а, нифига! Надо быстро выезжать отсюда. О, они чуть нашу машинку не распилили, нафиг. Так, все, едем аккуратненько. Так, опять молоточки.
Сейчас я хочу посмотреть, что будет, если наехать на молоточек. А ну, смотрим, 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 стоп. А ну, давай, давай, молоточек, что будет? Ох, нифига! Ё-моё, молоток нас расфигачил, и мы упали в бездну. Уровень, ребята, провален, офигеть. Ну, зато мы узнали, что будет делать, что будет, если наехать на молоточек. Давайте возьмем зеленый большой наш танк Титан и отправимся в бой. Так, кто у нас там? Какая бригада? Так, ждем 52 секунды. И выпускаем наши взрывашечки. Все, взрывашечки пошли. Так, кого-нибудь там я попал? Хоть кого-нибудь. Так, да, напалм горит. Горит напалм. О, вот эту штучку я себе возьму. Спасибо. Нифига себе, как мы обдурили их, да? Давай, давай, сейчас мы его щелкнем. Так, этот бежит, чувак. Есть, уничтожили. Победа. Привет, друзья. Играем в Hot Wheels. Ну что ж, поехали. Так, вот у нас наша первая тачка. Ё-моё, чё с ней? Ты чё перевернулась-то, ё-моё, а? Да, тачка наша перевернулась очень-таки быстро. Сан-Франциско, закат. Мы с вами, ребята, в прошлой серии открыли новую тачку. Вот так вот она выглядит, беленькая. Porsche, Porsche, наверное, какой-нибудь. Citroёn. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот здесь самое такое опасное место на старте. О, жетоны, спасибо. Так, бензик. Давай-давай-давай, машинка. Вот еще здесь соберем жетончики, хорошо. Очень красивый закат такой. Офигенская игрушка, мне вообще она нравится. Ребята, ставьте лайки. Ага, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики, новые серии. О, перевернулся, прикинь, офигеть. Здесь надо поворачивать прям очень умело. Потому что можно так легко щелкнуться. А, у нас же турбо есть, давайте включим турбо. Так, жетоны пропустили. Так, еще турбо. Есть, два круга осталось, мы едем пятым. Пятый едем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чё ж я так... Поворот. На поворот надо прям нажимать и держать. Все, я запомнил. Просто держим и все. Только что еще врезаемся в машинки. Так, все нормально. Здесь на поворотах самое опасное. Так, все, закончилось у нас. Последний круг. А, еще круг. Ладно. Тихо-тихо. А, я так и знал. Надо еще газ снимать. Снимать газ, чтобы не врезаться так мощно. Да, интересно, на проекторе, если я включу себе. У меня, кстати, ребята, есть проектор дома. В зале. Большой-большой проектор. Можно на проекторе играть ночью. Будет прикольно. Есть второе место только. Но все равно неплохо. За минут 58 мы доехали. Ага. Сколько жетонов там дадут? 113 всего. У нас 113. Новый рекорд. 319 у нас наград. Офигеть. Это очень круто. Выберу я, знаешь, не орла, а возьму Эль Прима. Поехали, Эль Прима. Поиграем немножечко в Brawl Stars. Надеюсь, мне хорошего напарника дадут. Брок. Да ну нафиг. Опять Брок. Куча Броков. Ладно. Давай, Брок. Фигач. Так, ты мне это что? Все? Помог? Ну, пошли дальше. Куда-то Брок бежит. Бежит, бежит, бежит. Давай, выгоняй всех их там. Давайте я открою. А, смотри, он молодец. Он, главное, их там всех прогнал. А я буду открывать. Баночки забирать. У нас уже 5 баночек. О, 6 уже. Какой молодец, Брок, слушай. Ух ты, нифига, столкновение уже в натуре, что ли? Ё-моё. Так, где у нас миньон этот? Вот миньончик. Все убили мы миньона. Так быстро? Ой, какой ты молодец, слушай. Офигеть, а я тебя даже, знаешь что? Я тебя даже добавлю в друзья. Да, какой-то килим-билим-билим. Какой-то китаец. Так, давайте выйдем.
Так, зайдем сейчас это якобы в друзья. И возможный. Где он у меня, этот китаец? Нет, где китаец? Последний был. Последний. Вы недавно сыграли вместе. Нет, в смысле, я только что с ним играл. Может быть, вот этот вот? Так, давайте предложить. Все, вроде бы как. Вроде бы как бы так. А вот мой ID, ребята, если хотите, предлагайте мне. Запросов у меня пока нету. Друзей у меня вон сколько. Сколько у меня? 12, 15, 17, 16 друзей, ребятушки, у меня. Всего лишь, а можно друзей иметь около 100. Так что добавляйся в друзья и вместе с тобой поиграем. И в следующий раз в игру вместе. Brawl Stars. Так, давайте поиграем немножко с Бадди. У меня есть гранатки. Так, гранатки. Давай выберем что-нибудь поинтереснее. Так, вот такие штучки мы сейчас поставим, и он на них будет наступать. Так, давай, Бадди. Опа, есть контакт. Смотри, видишь, наступает. Так, тихо. Сейчас мы такую тропиночку сделаем ему. О, видишь, идет. Опа, на, получай. Иди сюда, Бадди. Ой. Так, ух ты, а чё, и так можно было, что ли, прикреплять к стенке? Оно здесь прикрепляется? Ага, к стенке прикрепляется. А вот это, можно, смотри, еще вот здесь прикреплять к стеночке. Давайте здесь прикрепим. О, опа! Тихо, Бадди, ты зачем все эти штучки повзрывал, алё? Я ж ставлю их, чтобы ты на них не наступал. Давай, и на потолочек сделаем. Вот так. О! О! Отлично. Видишь, прыгает, прыгает. Так, давайте выберем что-нибудь другое. Не. Так, вот такие вот стрелялки есть. Фига, ракеты какие. Так, ладно. 788 монет у нас, ребята. Так, а крутилочку можно покрутить? Да, у нас, смотри, две штуки есть. Давайте, может, что-нибудь выпадет интересное. О-о-о-о! Открыли мы. Открыли, заработали денежки. Давайте еще одна есть. Еще одна крутилочка есть. О! Динозавр какой-то. Может, нам динозавр откроют? Так, все, слоты у нас закончились, ребята. 900 долларов у нас есть. Так, постреляем. 957 баксов. Ладно, пусть Бадди отдыхает, мы будем играть в другую игру.